Joes. Примерно год назад вообще первый раз ножницы в руки взял. Мысль давно у меня зародилась еще в Казани, то что может быть стоит попробовать поработать. Заходит человек, который хочет постричь на монет свободных мастеров. И директор говорит, ну вот давай бесплатно постриги его, посмотрим на что ты способен. Я его постриг, директору понравилось, он сказал завтра, что не отработаешь. Если уже кто-то из людей смог что-то сделать, то другой тоже сможет. Главное желание, главное стремление и понятие того, что ты хочешь в этом мире, чего ты хочешь добиться.